Московское областное бюро технической инвентаризации предоставляет комплексные услуги в сфере оборота объектов недвижимости на территории Москвы и Московской области. Это кадастровые работы и инвентаризация, предоставлением жителям учетно-технической документации, которая хранится в архивах БТИ, выполнение судебных и несудебных экспертиз и многое другое. Бюро гарантирует индивидуальный подход к каждому клиенту. У нас крупнейшее предприятие, занимающееся технической инвентаризацией на всей территории Московской области. Одинцовский филиал – один из самых крупных филиалов Московского областного БТИ. Наше преимущество заключается в том, что у нас в штате и в филиале, и на предприятии более 500 квалифицированных профессиональных кадастровых инженеров, которые предлагают жителям и города, и всей Московской области комплексные услуги. В сфере объектов недвижимости есть ряд нововведений и изменений. До 1 января 2017 года установлен переходный период, позволяющий гражданам, заявившим о наличии объектов налогообложения, в отношении которых имущественный налог не уплачивался, начать уплачивать налог с того года, в котором гражданином заявлено о нем. С начала следующего года в случае получения сведений о таких объектах из внешних источников исчисление налогов будет производиться сразу за 3 предыдущих года, а также взимается штраф в размере 20% от неуплаченной суммы. Именно поэтому очень важно поставить недвижимость на кадастровый учет и зарегистрировать право на собственность уже в этом году. Изменения коснутся и порядка совершения сделок с земельными участками. С 1 января 2018 года нельзя будет совершать сделок с землей, с объектами недвижимости, если земля не имеет точных координат. Это связано с тем, что участки могут накладываться один друг на друга, поэтому сейчас необходимо за эти полтора, уже меньше оставшихся года, оформить свою собственность, размежевать участки и поставить ее на кадастровый учет. Благодаря нововведениям, любой житель, обратившийся напрямую в БТИ, либо сделав заявку через сайт ГУП МО МОПТИ, сможет оформить права собственности на объект недвижимости, минуя другие организации и часовые очереди. Сейчас предприятие оказывает комплексную услугу по предоставлению всех документов, так называемая услуга под ключ. То есть человек оформляет заявку и заказывает комплексную услугу, которая заключается не только в предоставлении технического плана или технического паспорта на квартиру, но и в дальнейшей работе по кадастровому учету данного объекта или предоставление сведений из ИГРП. То есть мы это делаем все под ключ. Они могут оплатить услугу или через интернет, онлайн-услуга, да, то есть они вводят номер своей кредитной карточки и, соответственно, как деньги списываются, и мы начинаем работать с данным обращением гражданина. Могут оформить также эту услугу в терминалах областного БТИ Одинцовского филиала, также через Банк Возрождения и Сбербанк Москвы. С 1 сентября 2016 года услуги БТИ граждане могут заказывать в МФЦ, а именно два вида справок – об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости и о наличии либо отсутствии права собственности на дом или квартиру по состоянию на 1998 год. В дальнейшем Бюро технической инвентаризации планирует для жителей района сделать доступным оформление заказов и других видов услуг БТИ через МФЦ. Директор Одинцовского филиала БТИ подчеркнул, что все это делается для удобства граждан. Алексей Лагутин, Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».